вот сталкивалась, например, с участковым милиционером. Мне не очень понравилось отношение к нашим вот жильцам дома. Как-то все вяло, как-то неактивно. Все время как-то отнекиваются, отпихиваются. Подобные истории нередко можно случайно услышать на улице или в автобусе. И речь не идет о какой-то только что появившейся проблеме. Она не новая, уже давно требует решения. Президент предложил создать кардинально новую структуру – полицию. Идея, основной посыл законопроекта – сделать из милиции и полиции некий орган, который прежде всего стоит на защите прав и интересов граждан. А не репрессивный орган, который прежде всего сконцентрирован на карательной функции государственной. Это главное. А как это можно сделать? Ну, безусловно, одно из направлений – это открытость, это прозрачность действий сотрудников полиции. И здесь вводятся различные механизмы, начиная от внутренних непосредственно в полиции, скажем, детектор лжи, которые будут тестировать сотрудников полиции, и заканчивая общественными процедурами, отчетами перед общественностью. Обо всем этом сегодня говорили в Череповце. Законодатели встретились непосредственно со служителями закона. Это второе совещание, которое мы проводим здесь, в Череповце. Значит, вначале с работниками милиции УВД, сейчас круг пошире, причем там были начальники, а здесь мы попросили, чтобы приехали с районов, из разных служб. В числе тех, кто принимал закон о милиции в 91-м году, был Валерий Федоров. Сегодня он вновь член комиссии по подготовке к закону. Правда, уже о полиции. И чтобы, как говорит сам Федоров, в историю войти, а не влипнуть, каждая строчка, каждое слово закона должны быть выверены на все 100. Для этого полезно знать все возможные мнения. Впервые президент принял решение такое, вынести закон о полиции на обсуждение всей страны. Впервые в нашей истории. Значит, значимость данного закона повышается. А значит, повышается и ответственность каждого из нас. Ведь сейчас мы вправе сами внести в закон необходимые изменения. Свои замечания и предложения по корректировке проекта уже внесли 20 тысяч человек. Я считаю, что ничего не надо менять в работе милиции. А чем милиция не нравится? Это мы опять уже к Западу ближе. Так что я считаю, что должна быть милиция. Я туда редко попадаю, 2 раза всего было. И то как потерпевший и свидетель. Плохо, единственное, что очень долго все у них там все это происходит. Просто можно сидеть 3 часа.